Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с древнегреческой мифологией, персонажами. Амфитрита. В древнегреческой мифологии была богиней моря, королева моря и ее супруга Посейдона. Она была дочерью Нерея и Дариды. Под влиянием олимпийского пантеона стала супругой Посейдона, а также использовалась как символическое изображение моря. Ее римский аналог – Салация, сравнительно второстепенная фигура и богиня соленой воды. Я пользуюсь Википедией. Согласно теории Гесиода, Амфитрита была одной из Нереид, дочерей Нерея и Дариды. Однако мифограф Аполлодор причисляет ее как к Нереидам, так и Океанидам, дочерям Океана и Тетис. Потомство Амфитриты включало тюленей и дельфинов. Она также разводила морских чудовищ, и ее огромные волны разбивались о скалы, подвергая риску моряков. Когда Посейдон желал жениться на ней, Амфитрита, желая защитить свою девственность, сбежала в горы Атлас. Посейдон послал множество существ, чтобы найти ее. Дельфин наткнулся на Амфитриту и убедил ее выйти замуж за Посейдона. В награду за помощь дельфина Посейдон создал созвездие Дельфин. Евстафий, святой Восточной Православной Церкви, сказал, что Посейдон впервые увидел ее танцующей на Наксосе среди других нереид и унес ее. Но в других версиях мифов она сбежала от ее ухаживаний в Атлас на самых дальних концах моря, и там дельфин убедил ее выйти замуж за Посейдона. Пиндар, древнегреческий поэт, лирик из Фив, в своей шестой олимпийской оде признал роль Посейдона как великого бога моря, мужа Амфитриты, богини золотого веретена. Для более поздних поэтов Амфитрита стала просто метафорой моря. Амфитрита, третья, которая окружает море, была настолько полностью ограничена своей властью морем, обитающей в нем существами, что она почти никогда не ассоциировалась со своим мужем ни в целях поклонения, ни в произведениях искусства, за исключением случаев, когда его явно считали богом, управляющим морем. Исключением может быть культовое изображение Амфитриты, которое Павсаний видел в храме Посейдона на Коринфском перешейке. В искусстве мозаики и росписи УАЗ Амфитриту отличали от других нереид только ее царственные атрибуты. В произведениях искусства, как на древних, так и на картинах пост-ренессанса, Амфитрита представлена либо восседающей на троне рядом с Посейдоном, либо едущим с ним в колеснице, запряженной морскими коньками или другими сказочными существами глубин и в сопровождении тритонов и нереид. Вот так вкратце из Википедии о Амфитрите, которая была богиней моря в древнегреческой мифологии, королевой моря и супругой Посейдона. Пока-пока, до свидания.